Утром в понедельник движение на Северной окружной на выезде из Конищева было парализовано в обе стороны. Горожане, которым пришлось стоять в многочасовой пробке, писали об этом в социальных сетях. Причиной затора стало страшное ДТП. При столкновении четырех автомобилей погибел водитель «семерки». По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», «Форд Фокус» и «Нива». В этом происшествии погиб водитель автомобиля УАЗ-2107, травмы получила его пассажирка. Также травмы получили водители автомобилей «Лада Гранта» и «Нива». Их доставили в больницу. На месте работали спасатели. В региональном ГИБДД предупреждают об изменениях погодных условий. Утренние и вечерние заморозки, плохая видимость по причине дождя, снега и темного времени суток создают особые условия езды. Основная опасность при движении в таких погодных условиях – ухудшение сцепления колес с дорогой. Будьте внимательнее. Иван Кристианинов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».